Наталья из актерской семьи большую часть времени проводила на съемочных площадках, что и повлияло на выбор будущей профессии. В ее творческой мастерской дети и молодежь обучаются актерскому мастерству, искусству кукольного театра, хореографии и многим другим видам сценических искусств. В 2015 году прошла презентация книги актрисы «Жизнь как вспышка», выход которой был приурочен к 100-летнему юбилею Павла Кадочникова. Эту книгу она подарила и Анапской библиотеке. Это книга моих детских воспоминаний. Просто каким я помню Павла Петровича, потому что его все знают, ну, большинство людей, которые его знают, они знают его актером, какой вот он на сцене был. А здесь она описана, какой он был в жизни, в семье, с близкими людьми, на съемочной площадке. Потому что я практически, ну, можно сказать, что я родилась на съемочной площадке, когда Павел Петрович, как раз вот про Снегурочку сегодня говорили, когда Павел Петрович поехал снимать в Костромскую область Снегурочку, мои папа с мамой только-только поженились, и, в общем, мама моя мною беременная оттуда и приехала. И Павел Петрович все время говорил, что когда перестало, в тот самый миг, когда перестало биться сердце Снегурочки, забилось сердце моей внучки. Также актриса делилась интересными историями из своей жизни и творческими планами. Встреча получилась очень теплой и душевной.